Всем здорово, с вами Гидро 94. Сегодня у нас реакция на Сындука. Логан за одну минуту. Я Логана еще не посмотрел, да это, для меня это будут спойлеры. Минута. Пошла. Логан за одну минуту, Логан за одну минуту, Логан за одну минуту. Росомаха постарел, Росомаха посидел, все зовут его теперь Логан. 18+ кинцо, расслил как кровь несо, в общем-то не так уж все плохо. Очень глубокая драма, семейная, муки мутанта, борьба поколения. Логан готовый на все ради бедных детей. Росомаха дочь родил, хоть об этом не просил, чувств себе спокойно пил много. Есть еще профессор Икс, у бедняги мозг прокис. Да мозг прокис. Логан. Только вот старость не в радость, Альцгеймер болезни, больный зуб, пускай чертовый лезвие. Джек Уиллок взял Росомаху почти 20 лет. Очень будет его не хватать. Спасибо за просмотр. Не поскупитесь на... Это да. Хью Джекмана будет не хватать. И вряд ли кто-то лучше его сыграет, Росомаху. Ладно, давайте до следующего видео.